основным событием в жизни регионального отделения было участие в выборах. Тем более выборы в этом году были совмещены выборы Заксобрания и в Государственную Думу. Мы выставляли как одномандатных кандидатов, так и партийный список и в Государственную Думу, и в Законодательное собрание Нижегородской области. К сожалению, мы не смогли пройти муниципальный фильтр. В тех условиях, которые были созданы законодателями Нижегородской области, нам приходилось собирать 15 тысяч подписей за 11 дней, с чем мы, к сожалению, не справились. Но нам в любом случае были сданы небольшое количество подписей в избирательную комиссию, но с нарушением срока сбора подписей. Поэтому участие мы не принимали. При этом надо отметить, что политическая партия не ограничивает столько участия в избирательной кампании. Мы принимали участие в повседневных наших рабочих делах. Мы проводим достаточно большую активную уличную публичную работу, у нас проходят и митинги, и пикеты, и различные круглые столы. Раз в месяц у нас проходит заседание Нижегородского дискуссионно-патриотического клуба по различным вопросам, касающимся жизни и Нижнего Новгорода, и области, и страны в целом. Также у нас сейчас работает несколько социальных проектов, которые запущены в этом году. Это общественный контроль благоустройства, который работает у нас в Нижнем Новгороде и в Балахне. У нас сейчас запущен проект, так называемый проект «Народный закон», где мы инициативу снизу пытаемся донести до депутатов Законодательного собрания и депутатов Государственной Думы. Поэтому работа не прекращается. Надо сделать задел в этом году, чтобы в следующем году получить хороший результат.